факт остается фактом. Пока я не скручу, я не могу позавтракать. Я не усну, пока не взорву планта. Я как-то пробовал подвязывать, и было дело, держался полгода, но все шло как-то не так. Все было хорошо, я ловил подряд, был добряк. Говорят, даже взгляд стал приятным, но за полгода не было и дня, чтоб я... Забиваем, продаем. Я вам съебал. Роман, вот он стоит здесь, твоим пассажиром. Он тебя ненавидит. Он говорит, что ты быстрее уже уехал. Но на самом деле он любит тебя. Ну и очень переживает, что ты уезжаешь. Мы будем скучать по тебе. Не знаю, с тобой было пиздато. Но я думаю, что мы не последний раз видимся. Мы приедем еще. Мы приедем, ты приедешь. Я надеюсь, тебя уволят, ты командируешься обратно в Москву. Да. Да. Тебя выгонят оттуда. Уволят тебя и напишут куда-то. Нет, Рома, все хорошо, на самом деле. Я Рома тебя зарабатываю. Сейчас, тихо. Мы садимся сейчас в машину и будем тебя догонять. Я любим, Рома! Рома! Приезжай к нам еще! Хорошей дороги! Дурак, что ли? Роман, уезжай почаще. Ребятки, давайте! Бля, не ловись в машине, да, бля? А кто хотел машину? Что, надо прям, блядь, в салоне зажег такой и едет. Давай на машине. Хорошей дороги, мы будем тебя ждать, будем по тебе скучать и вообще все такое. Больше не приезжай. Я должна была быть в салоне зажег. Ну тебе часто будешь ехать, а мы будем тебе в салон кидать. Кто попадет, тот победил. Роман, открой окно, блядь. Я жду его, если ты будешь держать, честно. Мы, конечно, тебя любим, блядь, но мы, кстати, я тебе могу сказать. Я выехал из дома в 10 часов вечера, сейчас без 15:02. Мы стоим, тебя до сих пор ждем. А, блядь, я не снимаю нихуя. Есть трекинка, которая снимала все. Рома, так вот, с 10, а время без 15:02. И мы все тебя ждем. Очень ждем. Давай. Хотим тебя проводить. Ты сейчас еще об этом даже не знаешь. А потом будешь в ахуе сейчас минут через 15, я надеюсь. У меня же рука горит, блядь. Когда же он сгорит? Рома, больше не приезжай. Рома, жди нас на Новый год. Мы приедем. Сейчас как в доме 2. И мы счастливы! Я не думаю, что Рома прям будет смотреть, кто припаркован. Ваш комментарий. Жизнь, боль, хлеб, тоска, печаль. Зачем ты гадишь по ночам, скажи? Орёк. Среда, это ночь. Два ночи. 2:05 захотеть гадить, блин. 2 часа тебя ждем, мать твою. Так кто 2, а кто с 10? Че, не его срать 3 часа он будет, что ли? Че ему срать 2 минуты,
Меня сдувало, когда я не могу сидеть. Мы с вами еще на бетонке. На каком бетонке? Да. Вы вообще попутали просто. Давайте, блядь, не разводите, он приедет, блядь, через полгода. Чего вы не знаете? Да мы его не хотим, видишь, он уже съебал. Че, съебал? И вы теперь все рады. О, привет.